я буду сейчас играть в Майнкрафт. Я вам расскажу много ключей генераций. Постараюсь как много больше, насколько у меня памяти хватит. Но это у меня памяти достаточно. Ну ладно, сейчас я вам расскажу. Ключи генераций. Ну, вообще-то, я хочу вам давно это хотела сказать. Это новый выпуск. Пожалуйста, ставьте лайки. Но ключи генерации здесь особо на всех. Ну, смотрите, первый ключ генерации, который мне еще ребята давно рассказали. Хочу им привет передать Никите, там, Ване Анфисому, в общем, всем там отправить. 999 это обычное деревня. Вот, смотрите. Вот. Такая деревня. Здесь какая-то маленькая кузница. Ну, в общем, смотрите, есть такая вот, смотрите, мяхвы. Смотрите, что я хочу сделать. Что ты орешь, жители? Я ж тебе дам. Извините, что нечаянно я нажал тут. Немножко лагнуло. Знаете, я вам хочу сказать, что... Политик не... Интересно, как он делает, может, как дома не пригорит. Сделайте пожар, это очень красиво выглядит. Нормально выглядит. Ну ладно. Поскольку следующий сидит. Так, мы плохо видно. Ну давайте пошли следующий сидит. Мой любимый сидит. Я вам расскажу секретный сид. Такой уже какой-то блогер говорил. Вот такой сид. Мы вот тут спавнимся, так, куда-то вот туда говорили лететь. Так, где песок? Наверное, да, вот сюда тут песок. И смотрите, тут у нас деревень, тут какие-то тупые люди выстраивают второй этаж. Это какие-то уже наркоманы. Смотрите, вот тут огромные домики всякие. Тут кузница одна, где она? Мисса дома. Зай прыгает. Так, а где же это? Вон она, кузница. Давайте эту кузницу исследуем. Пойдем к следующему сиду. 45, мне уже больше. Так, давайте исследуем рисунки. Сейчас. Следующий сид. Вы офигеете, такой огромненькая, преогромненькая деревень. Давайте на полюшку поставим. 1, 2, 3, 5, 0, 4, 5, 2, 5, 5, 100. И вот. Чтобы быстрее исследовать, я вам хочу быстро показать все кузницы и все такое. Так, все остальное примитивно. Там 4-3 кузницы. Так, ищем кузницу. Нет, кузницу, вот она, кузница. Давай идти быстрее. Так, вот она кузница. Так, все, дальше следующий. Вон она где-то тут. Вот. Так. В общем, дальше. Дальше летим. Что-то жить там, в общем, на кремя.
Мне память скоро должна закончиться. Я хочу много-много себе показать. Ну, папа, память можно не думать. Мне память не помню. Боже, все видео на карту. Вот, у меня 8 гигабайт. Ну ладно, давайте в следующую серию переходим. Следующий сид у нас. Так, какой я вам бы рассказать? 5-5-2-5, это уже это не деревня, но ладно, берем вот такой 2-6. Как там было, это я не помню. А, понял. 4-2-6-3-3-9-7-0-8. В общем, заходим в этот сид огромен. У меня новый выпуск этих сидов. Вот у нас меньший. Вы потом можете посмотреть, полетать, тут что-нибудь найти. В общем, я лишь только блогер, я хочу узнать чего-нибудь новенького для этого. Еще измерял сознание, еще не особо хорошо развит в Майнкрафте. Уже прилично. Вот это. Ну, я не умею, конечно, сиды я умею в описании ставить, ну, давайте перейдем к следующему сиду. Так, следующий сид огромнейший. Там просто целые джунгляры, блин. Там можно вообще все заметить. Смотрите, джунгли 8-7. Ну, такой уже много.